матча в песочек, спустились, покайфуем. Проведем сегодня такой, знаете, легенький, добренький стрим, без негатива, только с позитивом. Почему бы и нет? Блин, кстати, я знаю, что Хедзер — это имба жесткая. Надо Хедзера бояться. А, он льгот? Он льгот? Офигенно, он еще и льгот, чувак. Он еще и льгот, охренеть. Это получается, я только с шестыми буду. Вау, вообще шик. Блин, вот эти французские штучки мне не нравятся. Ебать, у него полет снаряда. Я прям вижу, как оно летит. Алло, алло, попадай, пупсик. На парня их слишком много. А, там еще и Черчилль подкатывает, надо отъезжать. Меня сейчас съедят. Отъеду лучше. Ух ты, ё-моё, сколько вас. Ебать, у него снаряд летит, от него можно реально увернуться, блядь. Обалдеть. Ой-ой, француз. Ой, бля. Бля, летит страшно, блядь, такая... Ебать, такие хуйни летят, жесть. Вы чё, блядь? Успокойтесь. Капец, они страшные, блин. Такая темка. Приколдесно, приколдесно. Опа, опа, ать. Опа, опа, а ну вернись, вернись. Ростиславчик, вернись. Боится. На. Я не понял, на. Красота, красотища-то какая. Боже, какой кайф на этом мелком уровне покататься. Блин, это вообще шикарно, чувак. Вау, это прям реально приятно. Офигенно. Круто, классно, заебись. Он слева пушит, я знаю, но... А, ладно, давайте примем его. Так, 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 нападение, нападение на Бэбру, нападение, блядь. На нахер, боже, Бэброу, Бэброу, Бэброу. Из династии Бэбровых. Так, Андрей Адмирал, Андрюха, куда ты вообще вкатил, Андрюха? Андрюха, Андрюха, ты что натворил, блядь? Ой, Хедзер, бля, Хедзер — это опасно. Эти Хедзеры — это пиздец. Хедзер — это чисто обезьяна с гранаткой. Как всадит. Я пытаюсь его развести на тычку. Давайте я этого сначала съем. Красавчик, красавчик ты мой на эмиксе. Так, давайте его от бортика разведем, да? Опа, КД, все, изи. Раз. Два. Класс, блин, какой кайф. Офигенно. Реально классно. Какой же кайф. Вообще так легко, так приятно. Шик, шик, шик. Просто развалил всех. Здрасте, здрасте, здрасте. Всем привет. Привет, привет. Спасибо за подписочки. Здорово, мужики. Перешел на ББшки, чтобы по попке пострелять. Не хочу тратить всю голду. Ну, сами понимаете. Дорого, дорого. Экономия как-никак. Ебануться, блядь. Я в шоке, блядь. Чувак, ты пока зарядился, я тебя убил уже, блядь. Ой, блядь. Вот это имба. Да, Черчилль третий. И с ним мы фармили на первую восьмерку, да? И Дикер Максом. У нас, знаете, отдых после... После бабахи. После десятых уровней. Почему бы и нет? Тем более, я очень давно хотел поиграть на песочном уровне. Ну, на пятых, шестых там. Вот, нашел себе танчик. Вспомнил, что я никогда не играл на Черчилле. Как-то так. 6 фрагов, кстати. 2900 урона. Великолепный бой. Просто суперский. Вообще, шик. Супер жестко. Нажимаем кнопочку. Смотрите, у меня этот чувак качается просто невероятно быстро. Так, ушел минус 8000 серебра всего лишь. Ну, блин, нормально. Нормально, вполне ок. Боже, реально, итоги по опыту. Ты просто смотришь на вот это. Это вообще 20к за бой. 1300 свободки я закатку взял. Ты понимаешь, что это такое? 1300 свободки закатку. Вау. Так, ВН8 9000. Средний урон 2300.